Синтез-турнир объединил шахматистов всех поколений. Независимо от возраста и пола, полевчане, увлекающиеся шахматами, соперничали друг с другом за черно-белыми досками. Диалог 6 лет назад учредил такой турнир. Ежегодно он утверждает призы и кубки, и медали, сладкие призы. Этот турнир пользуется большим интересом у шахматистов. На момент старта в турнир заявилось 30 участников, но по различным причинам завершить соревнования смогли не все. Зато тех, кто остался, можно с уверенностью назвать настоящими ценителями этой игры. Каждой партии они подходили со всей ответственностью и серьезностью. Не отвлекайте меня, я играю. Состав подобрался весьма сильный, и особых неожиданностей на турнире не произошло. Из подрастающего поколения можно отметить чемпиона области Кирилла Шевченко и призерку Всероссийского фестиваля шахмат «Морская гавань» Леру Скворцову. Самым возрастным участником стал 81-летний Николай Степанович Шадрин. Очень престижно играть мальчику, школьнику с ветераном, который уже имеет за плечами большую школу, большую практику. Ну и преемственность опыта, значит, комбинаций различных вариантов. Так что это очень удачный турнир. В итоге, набрав 7,5 баллов из 9 возможных, победу на турнире праздновал 9-классник 4-й школы Виталий Ванфупа. Второе и третье места заняли работники железнодорожного цеха Северского трубного завода Александр Сачонов и Виктор Никонов, соответственно. Лучшей среди девушек стала Венера Асатрян, а среди девочек Валерия Скворцова. Среди юношей удачно выступил Степан Кликовкин, а среди мальчиков Артем Прибылов. Последний